Марта. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы к нам пришли, в наш уютный теплый зал. Концерт наш, посвященный столетию Башкортостана, начинаем. Құрметті достар, Башкортостанның 100 жылдығына арналған концертімізді башлаймыз. Сейчас перед вами выступит московский ансамбль башкирского народного танца «Алтын Ай» с композицией «Гульнасира». Руководитель Назир Байзигитов. Встречайте. Встречайте!
Алташтар, хурматтуу кунактар. На эту сцену приглашается представитель региональной общественной организации женщин нашего города Альфия Агеева, руководитель творческого объединения ССН. Также вас приветствует руководитель региональной общественной организации «Казахстан. Культурная автономия» в городе Москве и председатель правления фонда «Астана» Балхаритин Роман Станиславович. И руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и связи с общественностью, полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Гафуров Азат Маратович. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья, земляки, гости нашего сегодняшнего мероприятия. Мы рады видеть вас сегодня в таком прекрасном здании Татарского национального культурного центра на концерте «Урал Мамдары» мелодии Урала, посвященного столетию автономии Республики Башкортостан. Мероприятия сегодняшние проходят в рамках реализации проекта «Урал-концерт», который был создан